16.2.081.5.06.2018, обновлено, 16.34 15 июня 2018 года, 9701 Москва, 15 июнь, РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура примет участие в консультациях России, Ирана и Турции по САР, которые пройдут в Женеве 18-19 июня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он, де Мистура, провел трехсторонние консультации в Турции, Иране, Египте совсем недавно. Сейчас хорошая возможность всем вместе встретиться в Женеве и провести с де Мистурой комплексные консультации с участием трех стран-гарантов Астанинского процесса, сказал Богданов. Ранее в офисе де Мистуры заявили, что представители России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18-19 июня для консультаций по Конституционной комиссии Сирии. Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи Конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом Конгресса стало решение о создании Конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Решетка Стафан де Мистура, решетка Турция, решетка Иран, решетка Россия, решетка Сирия.